мы ищем машину, сейчас сядем в автомобиль и поедем поближе к Нижегородскому Кремлю, чтобы потом не ходить за машину вообще. Пройдемся по Кремлю, посмотрим Кремль внутри. Погода хорошая, дождя нету, только ветер дует с Волги, конечно. Я оделся в шортах, в футболке, немножко замерзаю. Ну ничего, для это полезно, закалка для организма тоже. Да. Мама говорила, возьми свитер, сынок, но я не взял. Лишние 400 грамм пожалел своего багажа. Она же, где он, милиция там вот она. А? Ну, мы же напротив милиции. Так, да. А значит там где-то она. Я там смотрю сейчас. Здесь? Ну, на всякий случай посмотреть везде.